Проверить рентгеном, взвесить, сверить номер и состав. Так проверяют подлинность золотых слитков. Правда, такой экспертизе немецкие специалисты могут подвергнуть только третью часть золотого запаса Германии, которая хранится в подвалах Бундесбанка. Остальное золото еще во время Холодной войны правительство Германии отправило на хранение в Великобританию, Францию и США, опасаясь возможного нападения со стороны Советского Союза. Почти половина золотого запаса страны сейчас находится в Америке. В последнее время такое распределение золотого запаса ФРГ часто подвергалось критике. И вот Бундесбанк наконец решил судьбу немецкого драгметалла. В дальнейшем золотой запас страны будет храниться во Франкфурте, потому что там есть специальные хранилища с соответствующим оснащением. Золото, находившееся во Франции, будет полностью перевезено в Германию. Частично сократится и объем драгметалла в хранилищах Федеральной резервной системы в Нью-Йорке. В общей сложности 700 тонн золота стоимостью в 27 миллиардов евро в ближайшие годы отправится на родину в Германию. Информация о транспортировке золотого груза строго засекречена. Соседняя Франция перевезла свой золотой запас из Америки еще в 1966 году. Тогда для перевозки драгоценного груза использовали подводную лодку.